18.54. Все правильно. А у вас время мероприятия какое? С 18 до 19. Так, а до 19 у нас еще времени много, да? Много, да. И мы будем проводить вот в том месте мероприятие. А не важно, где вы можете. 500 человек тут уместится на этой площадке. Да в любом месте. Можно было вот нарисовать ту площадку. Вы закон можете мне показать, Иван? А вы на каком основании тогда нам не даете проводить? Я вам еще указывал 18-ю статью Конституции. Мы вам предложили для обеспечения безопасности прежде всего участников публичного мероприятия определить место проведения площади Чайковского. А чем опасно? Чем это обосновано? В связи с проведением плановых мероприятий. Каких плановых? Вы уже про плановые говорите. Это плановые, потому что мероприятие по празднику Дня знаний запланировано очень давно. Гораздо раньше, чем ваши мероприятия. Неограничено. Вы понимаете, еще раз, по каким соотношениям вам можно сколько угодно митингов проводить на одну площадь. В законе не ограничено. Все, что толкуется в пользу подозреваемого, да? Все должно белые дыры, всем нашу пользу должны толковаться. Публичное мероприятие во время его проведения. В чем опасность? В чем опасность? Вам написано в ответе. Господин майор полиции. Дайте сказать. Человек пусть скажет. Вам ответил, что при подготовке к проведению дня знаний будет осуществлена завозка прежнего сцены. Доступ на площадь людей ограничен. Ограждений. Где сцена-то находится? Сейчас люди находятся на площади. В-третьих, будет завозка двух или трех биотуалетов. Все это будет осуществлено с использованием тяжелой техники. Вами заявлено участие в публичном мероприятии 500 человек. Исходя из количества участников и использования тяжелой техники для обеспечения их безопасности, вам предложено провести мероприятие в более безопасном месте, на именно площади Чайковского, где не будет использована тяжелая техника. Так, хорошо, почему сейчас не закрыт доступ на площадь революции населения? Вы сейчас нам это адресуете вопрос. Да, а вы адресуете это вопрос тоже... к тому, кто использует вот, например, технику и осуществляет доставку данного оборудования на площадь революции. Да тут, кто? Где? Где? Нет, так вы же отвечаете за мы безопасность людей. Перед так этим. Вы обязаны за безопасность людей отвечать. Мы обеспечить безопасность. Мы ее обеспечили. Мы предложили вам более безопасное место вот для проведения. Безопасность детей на площади явно не обеспечена, да? Не совсем этого касается. И вопрос очень актуальный. Позгалев подписал новый закон. Это меня не касается. Я не касается. Отвечаю вот за публичное вас касается. Можете не уходить. Не хотят отвечать, разговаривать. Ну что, пойдемте. Но знаю точно, что за все придется отвечать своей головой. Спасибо. Низкие ответственности, значит, нет. Да? Ну что, господа полицейские, все, хочу назвать их полицейскими. Склоняется к тому, что мы все-таки тут незаконно, и акцию надо прекратить. Хотя администрация у меня была переписка, если хотите, могу даже ознакомиться с этой перепиской, да? Что они даже вот сегодня должна там техника строительная у них быть, и мы как бы, они беспокоились о нас, вот людях, которые здесь собрались, что, дескать, мы можем попасть под небезопасное влияние этой техники. Наверное, она радиоактивная или что-то такое. Но не буду с ней обвинять, не знаю. Поэтому, ну, музыку не воспрещено. Звукоусилищей аппаратуры не должно быть, понимаете? Машины, кстати говоря, вы аккуратнее нарушаете вот именно эту норму. Если две машины едут подряд, и у обоих музыка звучит, и если совпадет по радио одна и та же мелодия, это уже митинг. Так что спасибо, что все собрались здесь. Если кто-то еще хочет высказаться, может, за штрафом меня сейчас поведут. Я микрофон пока не выключаю, не убираю. Ну, минутку-то еще дайте людям высказаться. Нам не дают выпускать пар. Ну, просто вот чего, не согласовать было сегодня митинг этот. Ну вот по какой причине? Господин Шулепов, вот выгляните в окошко. Там.
Ну просто по какой причине? Это первое. Вот еще хочу один нюанс. Я законы изучал перед этим митингом, да? И поэтому вот переписка у меня завязалась с департаментом гуманитарной политики. Закон недавно, 29 апреля этого года, подписал Пасгалев закон о проведении митингов, мероприятий, шествий и так далее. Да? Там нету, что мы обязаны в муниципальном нашем органе вести именно в департаменте гуманитарной политики. Я в следующий раз сразу заявляю, что я понесу на Каменный мост 4. Девушка, конечно, и в этот раз от меня шарахалась, да, что я не возьму письма и так далее. Но будет писать отказ и будем уже жалобу в прокуратуру на соблюдение областных законов писать. Он, да, закроет все, выключит, я пошел спокойно протокол составлять. Сопротивление милиции не оказывал. Мне надо будет убрать, выключить аппаратуру сейчас, убрать, так как вот Рома пойдет оформлять протокол. Поэтому я, в принципе, кратко, дабы, как говорится, не продолжать митинг. Сейчас перед нами стоит огромная задача. Позавчера нам объявили о выборах. Выборах 4 декабря 2011 года. Выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Выборах, на которые партия жуликов и воров в очередной раз хочет набрать свои 60% и абсолютное большинство в парламенте. Сейчас многие призывают нас голосовать в том числе по разным позициям. Это и позиция Навального, голосуй за любую партию, кроме жуликов и воров. Это и позиция нах-нах, перечеркни бюллетень. Это и позиция не ходить на выборы. Мое мнение, на выборы идти надо. Голосовать за любую другую партию, кроме партии жуликов и воров. Только так, вернув политическую конкуренцию, мы сможем сделать шаг вперед. Если мы будем голосовать против всех, мы будем голосовать за них. Им это и надо. И главное, что необходимо, это собрать наблюдателей для контроля за выборами. Потому что они умеют, у них есть опыт, и они развивают его, как воровать наши голоса. На каждом участке должно быть по 5-6 человек. И этих человек, и этих людей для наблюдения за выборами мы готовы обучать и собирать в Вологде. У нас открывается школа политического актива при движении вместе. Все, кто хочет участвовать в выборах, наблюдателями, все, кто хочет участвовать в предвыборной кампании, мы приглашаем к нам в движение вместе. Подробности у нас на сайте. И еще раз зовем всех, приходите на выборы и голосуйте против партии жуликов и воров. Пора их остановить. Ну, дорогие друзья, выключаю аппаратуру, дабы спокойно Роме там потом все это увести. Больше никто, наверное, не хочет говорить, или как? Все, Толя, да? Я вот каждый раз, наступает 1 сентября, всегда ждешь. Ну вы, конечно, кто-то приходит 1 сентября, кто-то не успевает. Вот такого класса вот, нет у вас уже. Поэтому, знаете, первый месяц вот, как-то привыкает, что вас нет. Что вас нет в школе. Поэтому, вот, знаете, ребята, тяжело будет. Я вам сразу скажу, что 1 сентября мы вас не увидим. Не придет двойничников со своими философскими мыслями там поговорить. Саша Глазов не придет и скажет, ну, Ирина Николаевна, может, что надо помочь? Даша вечно пробежит, улыбнется. Говорит, как у вас дела? И поскочит. А нет, так. Нет. Ну, всегда спросит, как ваши дела? И пошел. Так что, большое вам спасибо за то, что вы вот такие есть, что вы всегда помогали. Особенно нас, я думаю, что сплотил последний звонок. Сколько мы с вами сделали, когда, помните, да, в зале сидела ровно...